Привет! Добро пожаловать в приложение. Как вы, вероятно, знаете, книга «Властелин колец» имеет приложение, в которых Толкиен подробно описывал предысторию и происхождение того, как он создавал мифологию Средиземья. В сущности, наше приложение служит для того же самого. На первом диске вы сможете увидеть, как Толкиен создавал свой роман и как мы начали наш процесс толкования его книги. Второй диск наших приложений охватывает все, от момента, когда состав актеров был утвержден, через процесс съемок, производства и, наконец, до выпуска фильма. Итак, если вы, как и я, не считаете необходимым самим изучать меню DVD, можете просто нажать на кнопку «Воспроизвести все», которая позволит вам сесть и просмотреть все 2,5 часа материала первого диска с одного запуска. На втором диске, если вы воспользуетесь этой кнопкой, то получите 3,5 часа только документальных материалов. Но будьте готовы к тому, что есть еще дополнительно около часа видеоматериалов и пара тысяч предварительных рисунков, эскизов и фотографий, доступных через главное меню. Также предусмотрен указатель, в котором, подобно оглавлению в книге, отмечено все, что есть на DVD. И я искренне надеюсь, что вы получите удовольствие, разделив с нами путешествие по процессу создания «Братства кольца».